В Одессе появились новые подозреваемые в деле о пожаре в детском лагере «Виктория». Я напомню, год назад там погибли 3 школьницы. Как сообщили в областной прокуратуре, о подозрении объявили директору фирмы, которая занималась реконструкцией корпусов. Следователи считают, что ее руководитель присвоил более 400 тысяч гривен, выделенных на ремонт. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы, и в ближайшее время его могут взять под стражу. Всего по делу о пожаре в «Виктории» в суде 3 уголовных производства. В них фигурируют директор лагеря, его заместитель, инспекторы ГосЧС и бывший вице-мэр Одессы.